Это Godox V1, клон втрое более дорогой вспышки Profoto A1. И она вышла настолько удачной, что компании Profoto пришлось подать иск на компанию Godox, а потом и вовсе снизить цену на 200 баксов на свой продукт, потому что копия выдалась не только не хуже, но в некоторых моментах даже лучше, чем оригинал. Главная фишка, и, наверное, будет трендом всех вспышек 2020 года, это, конечно же, круглая голова. Вы вообще задумывались, почему прямоугольную голову во вспышках назвали головой? Ведь голова круглая. Непонятно. Но вот теперь уже все нормально. В теории это дает более красивый круглый пучок света, который классно смотрится при подсветке фона, равномерно заполняет тот же зонтик или октобокс, а также просто получается красивый блик в глазах, когда снимаешь достаточно близко со вспышкой прямо в лоб. Но по факту при ежедневном пользовании разница с прямоугольной головой особо не ощущается, а в лоб я вот как-то не снимаю. А вот что очень нравится, это магниты вот здесь по периметру, на которые цепляется масса магнитных насадок. И они настолько приятны и с усилием цепляются, что я могу вот так вот делать хоть целый день. Купил вспышку, бонусом получил антистресс. Насадки, если что, в комплекте не идут, покупаются отдельно. Есть полусфера для максимального заполнения сцены, соты для более направленного и тубус для точечного света. Шторки, чтобы ограничивать направление потока света. Конверсионные фильтры для изменения температуры и цвета, а также отражатель. Последний понравился тем, что можно изменять угол его наклона и даже складывать в походное положение, чтобы он занимал меньше места в сумке. Удобно? Почти все насадки надеваются одна на другую, поэтому можно совмещать и реализовывать какие-то необычные творческие задачи. Эх, а я помню еще времена, когда использовался вспышками белые визитки и крепил их канцелярскими резинками. А сейчас у вас все удобненько и комфортно. На самом деле сейчас лучшее время, чтобы стать фотографом. Кстати, эти магнитные насадки, ну и саму вспышку нам подогнал магазин Кадрик. Также там есть масса всего интересного для фотографов и даже LED-свет для видеосъемки. Переходите по ссылке в описании и выбирайте именно то, что сделает вашу жизнь проще, а фотографии лучше. Кстати, если захотите использовать магнитные модификаторы на своей старой прямоугольной вспышке, то можете обзавестись фирменным переходником. Там будут определенные потери света, и со стороны это выглядит немножко по-дебильному, но если сильно хочется, вполне себе вариант. Горячий башмак теперь с современной защелкой, с приятным таким звуковым подтверждением, а не уже устаревшей закруткой. Только за одно это изменение уже хочется доплатить разницу между стоимостью V1 и V862. Потому что у меня самого не раз и не два так было, что я недостаточно плотно закручивал вспышку, и она реально могла выпасть и разбиться. Здесь варианта два, или защелкнул, или нет. Еще одна необычная особенность V1 – это возможность поворота головы вверх на 120 градусов, то есть дальше вертикального положения, что очень оценят репортажные фотографы, которые уже привыкли сначала разворачивать голову на 180 градусов по горизонтали и только потом в потолок, ну и затем все в обратном порядке. Необычно сделан слот для аккума, это просто дырище сквозь всю вспышку. Аккумулятор вставляется только справа и пинами с надписями от себя. Это нужно один раз запомнить и пару раз сделать, потом будет на автомате. Так как дверцы нет, то и ломаться здесь особо нечему. Вставляется с умеренным усилием, поэтому есть надежда на то, что люфт при длительном использовании не появится. Получается, что аккум с двух сторон открыт, что должно крайне положительно отразиться на его теплообмене при нагреве. А нагрев будет, так как скорость перезарядки здесь 1,5 секунды на максимальной мощности. После длительной работы с серийной съемкой вспышка довольно сильно нагревается и переходит в режим защиты от перегрева с значительно более длительным временем перезарядки. Про это стоит помнить, чтобы не попасть в такую ситуацию, когда клиенту просто придется ждать остывания вспышки, или же вы просто будете снимать репортаж и пропустите важный момент, а потом клиент вас выскажет просто вам свое культурное недовольство вашей работой. Для использования на выносе с серийной съемкой все же больше подходят вспышки Godox AD200, ссылка на обзор вот здесь, или же AD200 Pro, обзор которой скоро появится на канале. Чтобы не пропустить, обязательно подпишись и поставь колокольчик. Если с V1 стрелять на 1/4 мощности и короче, то перезарядка происходит почти мгновенно, и у вас появляется возможность использовать серийную съемку в камере. Аккум на 19 Вт час – это чуть меньше, чем в той же V800.
1862, и можно сделать на максимальной мощности до 500 кадров вместо 650. Этого все равно хватает в большинстве случаев на целый съемочный день. Но за исключением того редкого времени, когда вы всегда стреляете на 100% мощности. А теперь просто посмотрите на это компактное зарядное устройство. Крохотное, легкое, с индикатором заряда и USB Type-C. Блин, даже уже в китайских вспышках есть Type-C, а Sony до сих пор в своих камерах пихает microUSB. Дисплей стал ярче и просто более качественным. Кольцо теперь не только крутится, но и нажимается. Применение этому нашли интересное. Если крутишь мощность кольцом, она изменяется по 1/10 ступени. А вот если нужно сделать правку на несколько ступеней сразу и не хочешь наматывать километры кольцом, тогда просто кликаешь на кольцо вверх или вниз и быстро изменяешь мощность по 1 ступени сразу. В режиме TTL можно сделать снимок, а затем нажать кнопку TCM. Вспышка сохранит выбранную мощность и перейдет в ручной режим. Очень удобно, что за секунду можно настроить несколько внешних вспышек и затем вносить лишь небольшие изменения. Теперь можно выставить 1/256 мощности вместо 1/128, что немного расширяет применение вспышки при съемке ночью совместно с длинными выдержками на камере. Прокачали управление другими вспышками в режиме мастер. Каждая назначена своя кнопка. Далее крутишь кольцо или стрелки вверх-вниз. Очень быстро и очень удобно. Такой же быстрый способ управления реализован и на трансмиттере X-Pro 1. Еще здесь появился пилотный свет. Он очень слабый, с мощностью всего 2 Вт, температурой 3300 Кельвинов, и он точечный. Хотелось бы увидеть здесь по периметру какую-нибудь LED-ленту, чтобы пучок света более соответствовал тому, что вы получаете с импульсным светом. В помещении или ночью подсветить объект для автофокуса еще как-то можно, в остальных случаях useless. В целом вспышка ощущается очень качественным устройством, в которое производитель вложился не только с точки зрения циферок на бумаге, но и в дизайн, и в качество всех материалов и аксессуаров. Китайцам зачет. Godox V1 стоит в наших краях порядка 300 баксов, что с одной стороны почти втрое дешевле, чем тот же Profoto A1, но при этом на треть дороже, чем Godox V862, которая в целом умеет почти все то же самое, а магнитные насадки можно цеплять через переходник. Также V1 стоит почти столько же, сколько и AD200, но та все-таки в 3 раза мощнее, хотя и ее нельзя поставить на горячий башмак. Чтобы выбрать то, что подходит именно тебе, лучше прийти в магазин и один раз попробуй. Возможно, после того, как тактильно ощутишь разницу между старым и вот этим новым, то будешь готов доплатить. Ведь фотография — это творческое занятие и должно приносить тебе удовольствие, в том числе и от использования классных инструментов, которым V1 и является. Не забудь поставить лайк и задавайте вопросы в комментариях про то, о чем не было сказано в обзоре. Постараюсь на все ответить. Всем пока!